Ребятки, всем привет! Сейчас я вам проведу небольшой рум-тур по моей... по моей кухне, хотела сказать, по моей спальне. Вот, как вы новую кухню не видели, может, мельком видели, а может быть и нет. Как я вам сказала, то, что видео будет выходить много и все такое. Вот, после того, как я покажу комнату, кухню, я вам расскажу очень-очень-очень-очень-очень жалобную историю. Вот, об этой ситуации, те, кто меня смотрит, ну, с кем я общаюсь, мои подруги знают, вот, ну, очень, конечно, жаль, я не знаю, в общем, погнали, сейчас будет рум-тур. Так, для начала мы заходим в прихожей, у нас здесь новый линолеум. Плита раньше стояла, где стоит небольшой холодильник, теперь она стоит здесь. Стол. Вот так. Как это вот так вот это все выглядит. Шторка это висит от муху, естественно, потом не будет. Но просто хочу сейчас просто показать, как выглядит кухня. Вот такая вот она громадная. Мои родители и один младший брат сейчас гуляют на улице. Вот. А со вторым младшим братом я дома. Вот такие вот сырные. Сырок в... Глазированный сырок, короче. Буду пить с какао. Так. Достаем ложечку. Она открывается больше, но здесь просто сейчас что-то застряло, но не открывается дальше. Так. Так вот, пока я буду сейчас готовить себе какао и все такое, камеру поставлю здесь. Хотя возьму с собой. Вот, только проговорила. Сейчас возьму камеру, то мало ли кто-то зайдет. И зашла мама. Короче. Что хочу вам сказать? Рассказать про историю. Это про улетят. Я очень расстроена, естественно. Может, кто-то уже догадается, потому что я сейчас говорю. Короче, у меня умерла половина моих улетят, то есть маленьких, которых я хотела отдать потом в зоомагазин, когда они еще немного подрастут. Но я поняла то, что их уже надо, можно отправлять, потому что с малого возраста они уже должны знать, где они будут жить. Вот, так в итоге, только я проговорила, на следующий день я прихожу от бабушки, вот, как раз снимала тут для вас разговорное видео, но не вышло, оно у меня... Получилось совсем какое-то другое. Вот. Так вот. У меня, кстати, какао делается только чисто на молоке. Я не воду разбавляю. Так. Ну, в итоге что? Прихожу, значит, от бабушки. Все хорошо. Уже хочу их кормить. Покормила огурчиком. Все нормально. Вот. Посыпала кальцием, все хорошо, прямо все зашибенско. Вот. Так что в итоге, к вечеру, я прихожу с улицы. Вот.
прихожу с улицы, а у меня там куча мертвых улетят. То есть просто вот чисто обычная куча улетят в разных местах, естественно, и спрятаны под мхом. Просто ушли чисто в завиток. Запаха нету. Вот. Ну, я, естественно, вот сегодня уже второй день, так они у меня лежат, и я жду, пока они, возможно, очнутся. Потому что у меня тогда уходили в завиток самые первые улитки, ну, типа, самые первые улетят из этой же кладки, именно вот эти, только уже, когда они еще были маленькие. Не знаю просто, как вам объяснить, чтобы вы поняли. Вот. Ну, и вот они, некоторые, уходили 4 в завиток. У меня есть это видео, можете найти. Вот. У меня уходили улетята в завиток. Как выглядит завиток? Завиток выглядит так, то что видно, что улиточка пустая. Вот. Видно, что улитка пустая. И там, где-то вдалеке она лежит. Вот. Просто у меня не сфокусируется никак. Ну, то есть, вот, видно то, что улиточка пустая, и она вот здесь, вот. От него есть небольшой запах, но не такой еще прям вот, чтобы тухлянский-тухлянский, как от большой улитки. Вот. Я имею представление, как пахнет большая тухлая мертвая улитка, так скажем. Вот. Я знаю, как она пахнет. Вот. А температура у них была в норме. Все у них было в норме. Что случилось, я не могу понять. Еда была. Никто не был потревожен. Что случилось, я не могу никак вообще понять. Вот они просто все в завитке. Вот уже 3 улитенка. И все они просто чисто лежат на спине и не шевелятся, и у них уже образовалась оболочка. Я сейчас... Не знаю... Аккуратненько кончиком карандашика. Вот так. Да, все, улитенок мертвый. И вот именно когда вот улиточка уже ушла, даже вот если это будет большая, вот, просто так вот их берешь, они такие легенькие, и выкидываешь. Вы думаете, я с таким спокойным лицом просто чисто все это убираю, с таким как будто бы для вас довольным? На самом деле нет, потому что, ну, как бы просто чисто я не такой человек, который именно так это относится, прям вообще слегка-слегка. Вот. А, ну, умер, так и умер. Чё он мне теперь? Немного ожили. Может быть, 2-3 улетенка. Но все равно очень большое количество мертвых. Так, живой. Просто чисто вы обратите внимание на то, как вообще улиточка себя в последнее время ведет. Если не активно и уже не кушает, значит она уйдет в завиток, либо просто решила поспать. Просто чисто жалко из-за того, что просто человек выкармливает улиток, выращивает до вот такого вот там крупного возраста. Сравним с ногтем. Абсолютно ровный с ногтем. Ну а потом через какое-то время ты залазишь в контейнер и видишь мертвого улитенка. Ни одного, ни два, ни три, а целый комплект, так скажем. У меня есть очень крупные, которых я прям вот все 100% буду оставлять. И если у меня
останутся оставшиеся улитки, у меня не будет такой возможности, чтобы их отвезти, я их оставлю себе. Они у меня получатся не растушками, зато они у меня будут жить в здоровье, и я знаю то, что они там нигде в каком-то контейнере с рыбками не помрут. Вот сейчас вылез улитенок, я его нечаянно тронула, и он спрятался немного. Вот. Вот, живой улитенок внутри. Его видно. Вылазит. А тут просто чисто пустая раковина, и там где-то в долине мертвый улитенок. Сейчас убираю мох в другой угол, чтобы из-под мха взять улетят и уже наконец-таки посчитать, сколько их умерло. Я дала 2 дня, чтобы они у меня жили, потому что у меня из 4, тогда, когда уходили в завиток, прям первые мои улитки, которые ушли в завиток именно, вот, они уходили самые первые. И, типа, уходили то же самое, то есть и еда была, и влажность нормальная, и температура. Все было нормальное, но ушли не пойми из-за чего. Такое случается и не только у меня, такое случается у всех людей. Поэтому кто мне там будет, если что, в комментариях писать то, что там вот я там не досмотрела или еще что-то такое, то, пожалуйста, не надо мне такого писать. Если вы хотите как-то меня оскорбить или еще что-то плохое там написать, как я там ухаживаю за улитками или еще что-то такое, то вы абсолютно ошибаетесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У меня осталось 10 улитяточек. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У меня было 25 улитят. Ушло 15. Осталось 10. Поэтому вот эти улитята сейчас уйдут в мусорку. В общем, как-то так. Всем пока.